По городу ходит верблюд. В Казани он сбежал от своего хозяина и гулял в свободном режиме. Гражданский корреспондент Лайфа прислал нам вот это видео. Жизнь заметно потрепала бедное животное. У него шерсть свалялась, всюду репейник. Ну и вот, судя по тому, что на верблюда такой вот даже порванный поводок надели, он от хозяина сбежал. Владельцы животного уже нашли. Им оказались местные зоозащитники. И одна из них рассказала Лайфу, что в их приюте вообще живут разные списанные питомцы. Вот так можно выразиться. Только пример этого верблюд. Его зовут Филя. И спасали его из цирка.